Сэкономить на многодетных и инвалидах решили чиновники Кстовского района. У них решили срезать льготы. На детских садах появились объявления, извещающие родителей об отмене льгот. С 1.01.18 будут сняты льготы по родительской плате для следующих категорий. Дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей, один из родителей инвалид первой и второй группы. Вот последнее меня очень удивило, то есть на инвалидах и на малообеспеченных как-то. Если мы еще как-то харапкаться пытаемся, то уж малообеспеченные, я думаю, будут очень рады этому такому подарку новогоднему. У меня трое детей, в садик у меня ходит два ребенка. То есть в месяц это выходит 2000 рублей, это вполне приемлемая цена для нашей семьи за двух детей. Будем мы платить, я так понимаю, в два раза больше. Администрация дала, администрация передумала, забрала. Есть в бюджете дефицит, дыры, и решили закрыть эти дыры за счет малоимущих, многодетных семей, где родители инвалиды. Постановление из департамента образования пришло. Обещаем родителей, ставим известность. По средним подсчетам администрация выгодает не более 3 миллионов в год, отменив эти льготы, что для бюджета Кстовского района это копейки. Кстовский район сам богатый, флагман экономики Нижегородской области. У нас столько заводов здесь. Блин, у них денег нету на нас. Почему-то. Это открытое письмо на имя исполняющей обязанности главы администрации. Родители все требуют отменить указанное постановление, вернув 50% льготу родительской платы за детсад. Нормально так, удар. Подарок Новому году веселый. Хорошие там у нас Дед Мороз в администрации сидят. Представители местной администрации говорят, что отмена льгот – мера вынужденная. У бюджетных учреждений скопилась большая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, и ее надо гасить. Экономить решили на всем, в том числе и на многодетных. Говорить о том, что мы ущемляем в чем-то, да, это смысл есть, конечно, в этом, да, мы ущемляем. Но это не говорит о том, что мы идем к этому целенаправленно. Я еще раз повторяю, что если в бюджете Кстовского района появятся эти средства, то льготы будут и действовать и после декабря. Кстати, собирать подписи в Кстове за отмену такого решения будут и завтра. Затем письмо с этими собранными подписями будет направлено и местным властям, и в правительство Нижегородской области, и в представительство президента по Приволжскому федеральному округу.